Сегодня сделаем лимфодренажный массаж ложками по новой методике. Девочки, каждое утро можете делать такой массажик для того, чтобы убрать отеки. Вам понадобится одна десертная ложка, можно большую, и две чайные ложки. И масло. У меня гидрофильное масло, я им постоянно пользуюсь, оно белорусской фирмы. Я ссылочку оставлю внизу. Масло наносим на лицо, на шею, на подбородок. Обязательно на орбитальную зону. По шейке вот так вот вперед, под углом нижней челюсти проводим для того, чтобы прокачать лимфоузлы. И наносим по массажным линиям. И берем сначала большую ложку. Большую ложку. И смотрите, вот сначала работаем с декольте вот такими прокачивающими движениями. Мы проходим по зоне декольте, расслабляем его. И убираем отеки зоны декольте. Прокачиваем. И вот так вот проводим. Проходим. И с другой стороны то же самое. Молочную железу не трогаем, а всю зону декольте проходим. И вот так вот. Потом убрали морщинки между грудью. Прокачиваем подключичные лимфоузлы с одной стороны, с другой не давим. Аккуратненько, не надо давить. И здесь тоже надключичный прокачали. Потом идем по шейку, раскрываем, убираем отеки по грудинной ключично-сосцевидной мышце. Мы ее раскрываем, расслабляем. Шейка становится длинненькая-линенькая. Дальше подбородочную диафрагму расслабляем. Девочки, ложку периодически мочим в холодной водичке. Холодная вода отлично снимает отеки. И теперь убираем подбородки. Убираем. Вот так вот три раза провели и прогнали. Прогнали. Убираем подбородки. И лимфу эту спускаем вниз в канализацию. Все в канализацию. Все отработанные вещества в канализацию. Теперь, девочки, рот открываем и вот так расслабляем депрессоры мышцы. Поднимаем уголки губ с одной стороны, с другой. И прорабатываем подбородочную мышцу. А теперь формируем линию нижней челюсти вот такими прокачивающими движениями. Прокачиваем вверх, убираем здесь отеки. Формируем овал лица. Прокачали, прокачали и вниз спустили. С другой стороны то же самое. Вот так вот прокачиваем и вверх поднимаем личико вверх, брыльки убираем, подтягиваем личико вверх и спустили. И еще раз, еще разочек и спустили. Теперь носогубку разглажим, марионетку, так вот, поперек, поперек, поперек. Девочки, обязательно должно быть покраснение. До гиперемии три раза. Поперек морщинки каждой. До гиперемию. Язычок поставили. Прокачали один угол рта, другой. По массажным линиям прошлись. По массажным. Проходим. Не забываем ложечку смачивать. И смотрите, вот здесь вот по орбитальной косточке проходим, вот убираем отеки тоже такими прокачивающими движениями. Прокачиваем, 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 отеки убираем, убираем, убираем. И в канализацию. Еще разок. Ложечку смачивайте, чтобы была холодненькая. И здесь тоже. И в канализацию. И три разика вот так проходим. И в канализацию. Отпустили. Спустили. Носогубку убираем. Прокачали, прокачали, прокачали. И пошли под скуловой косточкой. Прокачиваем. Под скуловой косточкой. Убираем отек. С другой стороны носогубку прокачали. И под скуловой косточкой. Вот здесь вот у нас лимфатический канал. Мы его прокачиваем и спускаем. Лобик. Разглаживаем лобик. Берем две ложечки, две ложки и сработаем с орбитальной зоной. Глазки, глазки. Здесь вернулись по орбитальной зоне и спустили канализацию. Еще разок. Ложечки смачиваем, чтобы были холодненькими.
И вот так вот. И вот так вот. Молодцы. Убираем теперь вот здесь морщинку гордецов. Это поперечная морщинка, если она у вас есть. Вот так вот расслабляем мышцу гордецов. Расслабляем. И расслабляем морщинку межбровку. Вот здесь вот у нас мышцы вплетаются в бровку, которая сморщивает бровь. Мы расслабляем. Лобик проходим, проходим. Весь лобик. И одной ложечкой, смотрите, весь лоб. Расслабляем мышцу лба вот так вот вертикально. Весь лоб проходим, проходим, проходим. Теперь вот здесь восьмерочки. Рисуем восьмерочки, расслабляем. Расслабляем гусиные лапки. И поднимаемся вверх. Поднимаемся вверх. Вот сюда, вот. Поднимаем уголки глаз, бровей, по височной мышце вверх. И проходим. Здесь прокачали, прокачали. Здесь спустились козелку уха, прокачали. Здесь у нас лимфатический канал. Под углом нижней челюсти не давим. И у нас в ключичных впадинках. И погладили себя по шейке, сказали, какая же я красавица. Какая длинная шейка, шикарная. С каждым днем я становлюсь моложе, прекраснее и красивее.